Мы с Кирой выехали на ферму. Называется Oak Hill Farms. Дубовый холм. И далее будет небольшой репортаж, если получится про это сделать. Причем я не отвечаю за качество звука, потому что прошлый репортаж был ужасен. Что хотелось бы сказать, пока я еду, ну, мало того, что я нарушаю, что я отвлекаюсь на телефон, наконец настал тот день, когда я езжу без валидных прав. Два дня назад, 24 сентября, закончилось действие моих водительских прав здесь. И вот уже второй день, когда продлить я их пока не могу, потому что документы все в обработке, и пока еще ни один документ не заапрувлен. Ни по процессу грин-карты, ни по процессу продления визы. Поэтому как бы и едем на свой страх и риск. Я буду очень много времени уделять зеркалу заднего вида, потому что только если за тобой пристроится полицейский, они обычно в этот момент пробивают номера. Вот. Во всех остальных случаях здесь просто так никто никогда не останавливает. И поэтому, мне кажется, можно довольно-таки ездить безопасно. Главное не ехать, так сказать, последним, чтобы за тобой могли пристроиться. Всегда, чтобы кто-то закрывал твои тылы. Да, Котик? Да. Ну, в общем, ладно, мы поехали. Да. Посмотрим, как оно будет. Oak Hill Farms. Ферма дубового холма. Въезд бесплатный, хотя на многие фермы... Идем, идем. Подожди, подожди, нам надо маску, наверное, надо будет надеть. На многие фермы вход и въезд платный. Здесь бесплатно, там сидит специально обученный человек, он как регулирует. Да подожди, она голодная, есть хочет, поэтому сейчас пойдем туда, вовнутрь. Все, мы готовы. Айда. В общем, здесь, скорее всего, как всегда, какие-то handmade меды, спички. Вот honey. Пыльца. Кируся, смотри, там пыльца продается. Это настоящая пыльца? Да. Она сладкая? А, нет. А это что за писк? Что это такое? Я так и не понял. А, воск. Соевый воск. В общем, я дальше буду не видео снимать, а фотографировать. Посмотрим, что еще здесь есть. Кукуруза настоящая? Да, настоящая. Почему она такая? Ну вот, есть специальные такие сорта кукурузы, чтобы они были вот такие разноцветные. Может, возьмем одну? И что ты с ней будешь делать? Как они так сделали? Как они мед засунули? Эй, Кир, аккуратно. Как они мед засунули в такие трубочки маленькие? $3 за $1. Вот я Кире возьму такие штучки. Да, это мыло, Кирусю. Смотри, тут джем есть, Кирусь. Вот какая-то карамель из козьего молока. А это какой-то джем и джем. Сейчас почитаем, что это за джем. Бальзамик фиг. Это, ох, как его, инжир. Apple butter. Это
яблочное масло. Original. Это cranberry. Сейчас возьмем что-нибудь. Закаточки. Закаточки. Я вначале подумал, что это с гречкой. Но нет, это перец. Ну так. Горчица. Чего там только нет. В смысле, в соусе. Что еще поесть? Мы взяли кренбери, если что. В составе кренбери, разбери. Здравствуйте. А, это тоже классическая тема. Это пончики. Очень часто на фермах продают, потому что из яблок делают сидр. Вот это возьмем. Каждая ферма еще сделает свой мерч. Помимо всех продукций, которые они продают, они еще делают вот мерч. Oak Hill Farms. Всякие худи, балахоны, футболки. И это практически на каждой ферме. Здесь стоечка со всякими парфюмами. То есть здесь мыло. Лавандовые. Черные мылы какие-то. Кирусь, поставь, пожалуйста, не разбей. Щетки. Лакс. Бальзамы всякие. А здесь очень вкусно пахнет кофе. Всякие брендовые кружки и кофе. Мы вышли на улочку, здесь вот сразу выход. И тут можно вот делать красивые фотографии, а можно перекусить. Мы, Кири, взяли лимонад и взяли, конечно, пончики. Еще у нас какой-то мед и вот эти трубочки тоже. А, тут джем и мед. Дальше мы пойдем туда, но вначале надо накормить ребенка. Тють. Ручки мы уже протерли, поэтому доставай, и я тебе открою пока. Молодчинка. Попала. Сейчас пойдем гулять туда дальше. Бач. Какие мы маленькие козлятки там. Один большой, но, может быть, то мама. Ну, конечно. Ой, там ламы. Это, по-моему, не ламы, это альпаки, которые мохнатые. Альпаки. Какие цветочки. Ферма на самом деле очень маленькая. Малюсенькая. Что? Малюсенькая. Ой, наверное, туда не стоит бежать. Я боюсь, что там как раз эти пасека для пчел. Здравствуйте.
Все? Выбрала? Хорошо. Пойдем, оплатим эту тыкву. Вот эту, твою любимую. Зачем ее берем? Чтобы ей вырезать глаза и нос. Вот здесь будут глаза, вот здесь. Вот здесь елочек улыбающийся. У нее будет один зубик страшный. Именно один страшный, чтоб болел. Нет, треугольный. Треугольный будет, один зуб страшный. Окей. Я его разрисую белым. Ага. Договорились. Пойдем, Кисуня. Тут в Америке это что-то типа как традиция. Перед Хэллоуином все ездят на фермы, на подобное. А их много везде. И вот, в принципе, они вот такие вот, что устраивают мероприятия различные, акции, ярмарки. И обязательно все вот скупают вот эти тыковки. Продаются всякие наборщики для вырезания, вот эти ножички с лопаточками. И вот потом детки и взрослые балуются. По большому счету, из-за того, что ферма маленькая, здесь делать особо нечего. Ну, как час времени потратить, погулять, купить тыкву и поехать домой. Более того, сейчас уже 3:05, а в 3 часа обещали ливень. Возможно, он и начнется как раз. Мы будем есть, а оказалось, что нет. Если хочешь, съешь. Не хочу. Чего, требовалось ожидать? Не устала еще? Папа, положи в рюкзак. Угу, давай. Пошли. Посмотри, какие еще. Нам упаковали нашу тыкву. Папа ждет свой кофе. Осенней варки. Кира. Вообще... Пахнет очень бомбезно, даже через маску. Признаться, кофе реально бомбезный. А у тебя как лимонад? Вкусно. Вкусно? На этой вкусной ноте мы едем обратно домой. Еще вкусный пряник. И вкусный пряник.